Здравствуйте, меня зовут Ольга. Ну, мы такими являемся постоянными посетителями филармонии. Супруга я приобщила к этому делу, он у меня раньше не очень склонен был к посещению подобных заведений. Но, наверное, где-то раз в месяц, бывает, что и два раза в месяц мы сюда приходим. Вот у нас уже в семье традиция, мы ходим каждый год на фестиваль танго. То есть вот эти композиции, которые исполняют эстрадный оркестр под руководством Иванова, вот для нас это, конечно, каждый раз как открытие, особенно либертанго в исполнении наших замечательных оркестрантов. То есть вот каждый год это новые эмоции какие-то приносят, новые впечатления. Очень здорово, очень нравится нам именно это. Знаете, ну, филармония, наверное, это одно из тех мест, сосредоточий культуры, которые, в принципе, как-то объединяют людей. Это такой маленький праздник, благодаря которому, ну, люди, наверное, становятся немножко счастливее, открытие, радостнее. В принципе, ну, вот когда приходишь сюда, действительно чувствуешь себя частичкой какой-то вот этого общего настроения, общего праздника. Поэтому я думаю, что, ну, наверное, хорошее настроение, подъем. Это то, чего нам не хватает в обычной жизни. Поэтому вот это дело, оно, конечно, очень много эмоций положительных приносит всем и каждому. Вот я думаю так.